В Артемовском сотрудники отделения ГИБДД ОМВД по Артемовскому району, инспектор ДПС, прапорщик полиции Руслан Артемьев и инспектор ДПС, сержант полиции Эдуард Сагиев стали настоящими спасителями целой семьи от пожара. Ночью, возвращаясь после службы домой в поселок Буланаш на личном автомобиле, сотрудники госавтоинспекции заметили начинающийся пожар одного из домов, расположенного по улице Советской. Возвращались в ночную смену с напарником Русланом Артемьевым. На гражданском автомобиле, двигаясь по улице Советской, увидели, что горит дом номер 191. Остановились, чтобы оказать помощь. Подойдя к дому, начали стучаться в ворота. Ворота были закрыты, никто не открыл нам. Горел жилой дом. Все, после чего напарник начал звонить в службу МЧС, сообщать о случившемся, а также в полицию позвонить. Дом начинался разгораться все сильнее. Постучав еще раз, предприняв несколько попыток, никто не ответил. Напарник в этот момент достал телефон, начал звонить в пожарную часть и сообщать о случившемся. Я в этот момент залез на забор и перепрыгнул во двор дома, где увидел, что стоит автомобиль данный. Подойдя к окнам, начал стучаться. Я стучался и увидел в окно детскую коляску и несколько пар детской обуви. Все, спустя некоторое время после стуков никто мне дверь не открыл. Я хотел зайти за дом, чтобы посмотреть, может быть, там получится. Потом я подошел обратно к входной двери, еще раз стучался, напарник в этот момент. Я ему сообщил, что здесь стоит автомобиль, что его нужно убирать отсюда. Возможно, он может тоже получить повреждение во время пожара. Напарник звонил в пожарную часть. Я в этот момент начал открывать ворота, чтобы выгнать автомобиль. И в этот момент открыли двери входные. Вышел хозяин дома. Он был в шоковом состоянии. Я ему показал, что горит дом, ему нужно срочно эвакуировать. Если кто-то есть в доме, то эвакуироваться. Зайдя с ним в дом, я увидел детей маленьких. Трое. И супруга, не знаю. Все, я сказал, чтобы они выходили на улицу, либо в заднюю часть дома. То есть выходили в огород. Ушли в огород. Сели ключи у него, чтобы выгнать автомобиль. Он вышел, дал ключи. Напарник сел за руль, отогнал автомобиль на безопасное расстояние. После чего мы зашли в двор. Он начал некоторое имущество убирать от огня, которое подальше, чтобы оно не пострадало. И спустя некоторое время приехала машина пожарная. И занялись тушением пожара. Со своей стороны, хозяин дома, где чуть не произошла трагедия. Ведь если бы не инспекторы ДПС, пожар мог охватить жилой дом, где спала семья. Искренне выразил благодарность Руслану Артемьеву и Эдуарду Сагиеву за оперативность. При пожаре у нас как бы дома никто не пострадал. Просто у меня дети маленькие, они чуть-чуть испугались. Хорошо, что это ДПСники вовремя увидели и помогли, как бы стучали. Вот ночью как бы они по-человечески как бы помогли. Спасибо им большое. Прибывшие на место пожара сотрудники пожарной части потушили загоревшее здание старого дома, расположенного всего в нескольких метрах от нового жилого. Вот так, благодаря двум сотрудникам госавтоинспекции, их оперативности и профессиональным навыкам, семье Шоды Тураева удалось спастись от огня и сберечь свое имущество.